Еще раз объявляю казахстанскому народу, ничего мы скрывать не будем. Будут трудности, вместе с народом будем переживать и скажем, что надвигаются. И никто другой не скажет вам, который не отвечает ни за что, болтает языком, как помело. Поэтому надо доверять официальным лицам, а не слухам каким-то, которые ходят вокруг нас. Обеспечение финансовой стабильности в условиях низких цен на нефть, замедление экономического роста должно стать приоритетной задачей Национального банка. Это недопущение высокого уровня инфляции и резкого колебания курса валюты, недопущение. А по продовольствию почему мы проигрываем? У нас сырье здесь. Сколько раз я говорил, давайте переработкой сельхозпродукции будем заниматься. Давайте все средства туда послужат. И что ты достиг тогда? Да? Почему мы не выдерживаем конкуренцию? Где мясо, которое мы экспортируем в Россию? Смотри, за все это придется отвечать. Аграрный комплекс для Казахстана – один из важных пунктов нашей экономики. Но надо там все по уму, чтобы деньги, песок не уходили. И чтобы там нормальные люди руководили. Я уже говорил правительству, тех, кто не работает, хватит тянуть кишки, надо банкротировать и передавать хозяйство людям, которые умеют делать и могут вкладывать деньги. Сулайма Жампас, сегодня к большому моему сожалению и огорчению должен говорить о том, что три акима областей находятся под следствием. Именно по этой причине ряд руководителей министерств, ведомств также привлекаются к уголовной ответственности. Надеюсь, что никто из вас не хочет пополнить их ряды. Столько лет готовишь человека на разных должностях, терпишь, лелеешь, выращиваешь, и когда Келгенгезе Бараттавы Узден Резагев Плат. Говорят, команду собираем. Команда потом превращается в банду, как в Атаралской области. Юбилеи у нас такая любовь всеобщая. Как юбилей, так все туда, значит. Участвовать на собраниях, сидеть в банкетах и так далее. Где в мире, как так проводят юбилеи, как мы проводим? Надо отмечать великие даты, говорить в печати, на телевидении, научно-практические конференции, что еще? Организовывать вселенские тои, тысячи юрт в степи ставят, это что? Юбиляр удает, скажите мне. Так, им был халхаджахом, был мордом до кутюрмы, кердингдеме, а я же на лапсне харабжир. Один пришел к мудрому, говорит, почему так получается, что простые люди, говорит, такие приветливые, спросишь, дорогу покажут, попросишь, помощь покажут, а как только разбогатеет, он с тобой говорить не хочет. Тогда мудрец подвел мальчик к окну, говорит, посмотри, что ты видишь там? Ну, вижу, говорит, вот идет женщина на базар с корзиной. Что? Вот этот мужчина на муле везет домой там вещи, вот это. А этот перетаскивает мебель. И взял он это стекло, замазал серебром с той стороны. А теперь, говорит, посмотри, кого видишь? Себя вижу. Вчера был такой, посеребрили, теперь он только себя видит. Вот в чем суть. Государственная служба. Служба. Кому? Служба народу. Принимать людей. Слушать людей. Вот эти вопросы решать, не гонять их по кабинетам. Чтобы не стояли в очереди. Вот задача моей государственной службы. Допустим, акцию сделана в Казахстане. Давайте обратимся ко всем казахстанцам быть патриотами и покупать наши казахстанские товары.